Здравствуйте, любимые. Давайте посмотрим сегодня таро-прогноз. На пороге каких событий вы стоите? Что вас ожидает? И вначале давайте посмотрим, в какой энергии, в каких энергиях вы сейчас находитесь. В каких энергиях вы сейчас находитесь? Десятка пентаклей. Все у вас хорошо дома. Счастливые вы, наполненные ресурсом. В счастливой обстановке, в семье, с любимыми. Кто-то с любимым человеком, кто-то и с детьми. Видите, и дом полная чаша. Все у вас есть в достатке, в гармонии, в радости, в счастье. Вы такая расслабленная. Вот. Но при этом, смотрите, король рядом. С вами король меченосный, такой умный, рассудительный, четкий, прагматичный. Ну, либо для кого-то это может проиграться, что у вас такая энергия, да, мы же смотрим вашу энергию. Для кого-то это проиграется, что вы находитесь вот в энергии десятки пентаклей у себя дома со своим королем, а для кого-то может быть, что и вы находитесь в такой вот энергии, дома вы в более мягких энергиях находитесь, а по королю мечей, ну, для кого-то это проиграется, что на работе, да, или какое-то дело у вас, бизнес, где вам необходимо проявить такие вот качества, практичность, планировать, прям такой рассудительность, четкость, ясность, прагматичность, ум, очень быстрый такой острый ум. Вот. И при этом, смотрите, иногда что-то у вас не получается, что-то вы печалитесь по какой-то ситуации, переживаете, какие-то задержки происходят, событий каких-то или в эмоциональном, может быть. Но, скорее всего, это вот не дома, потому что дома все гармония и хорошо, а это, возможно, в сфере бизнеса, на работе, в социуме. Что-то вот не получается, то, что вы, возможно, планировали, хотели, но сейчас вы в таком состоянии, что не понимаете вообще, куда двигаться, хоть и энергия короля мечей, да, такого вот, который все четко понимает, ясно видит и цель, но при этом, видите, состояние такое обездвиженное, что вы, может быть, даже кто-то болеет по этой карте вот в настоящий момент. Ну, вот такие у вас энергии. Кому проигралось, ставьте лайки, отмечайте в комментариях. И начинаем наш расклад. Таро прогноз на события. Вот, смотрите, прям быстрая карта, да, рыцарь жезлов. Уже колода хочет работать, хочет говорить. На пороге каких событий вы стоите сегодня? Что вас ожидает? Смотрите, была какая-то тяжелая работа, да? Сложно вам было, и по башне она уходит, но вам еще необходимо будет ваши рубежи, ваши границы отстаивать и защищать. Ну, не защищать, точнее, а просто отстаивать, контролировать, чтобы никто не покусился, да. Но вот смотрите, по башне уходит все-таки вот эта тяжелая работа, уходит какой-то труд, вот, возможно, уходит болезнь, да, если у кого-то болезнь была такая тяжелая, уйдет болезнь, у кого-то, может быть, вот то, что на работе сложности были, все это по башне, прямо на пороге, да, уйдет, вся тяжесть, вся сложность, все какие-то, может быть, знаете, сложные дела были, неразрешимые, да. И, наконец, все это по башне, закончится этот период, который вы уже все, отпустить вам на самом деле надо. Вы еще будете пытаться что-то за него держаться, но лучше отпустить. Пусть все уходит, что не нужно вам уже. Вот, и вы начинаете смотреть в новые горизонты, посмотрите, в... Кто-то, может быть, прям на самом деле будет планировать путешествовать,
куда-то уехать на море или на океан, да, расслабиться, вот прям действительно покататься на лодке. Ну а для кого-то это просто пока планирование, да, и просмотр новых горизонтов. Может быть, в отношениях что-то вы хотите поменять, или в проектах, на работе. То есть вот что-то новое, то, что вас будет наполнять, то, что вас будет вдохновлять, то, что вас будет воодушевлять. И, возможно, с кем-то вот по тройке, да, очень вероятно, что это в компании вы поедете в какой-то интересный. Вот. И, но при этом вы, смотрите, вы не будете ощущать себя вот прям полноценно дамой кубков, такой нежной, расслабленной, романтичной, эмоциональной, которая вот только, знаете, наполняется и наполняет своего партнера любовью, чувствами. Нет, не совсем такое будет у вас состояние, но и не по отшельнику. Нельзя сказать, что вы прям уходите в себя и все, и задумались как-то о смысле жизни, о вообще ценности жизни, о вашем месте в жизни. Нет, нет, у вас такое, знаете, вот четкое желание, прям загоритесь вы желанием, вот хочу чего-то нового, хочу куда-то пойти, в какое-то путешествие, и будете, собственно, туда и двигаться в этом направлении. Ну, смотрите, как интересно. 21-й аркан, да, мир, который завершает цикл. Будет у вас какое-то завершение цикла, вот этих вот сложностей каких-то, у кого-то болезни, у кого-то там препятствий, по башне, все, все. Этот период полностью завершается. Отпустите его, поблагодарите этот период, он вам для чего-то нужен был, да, вот эти вот сложности, вот эти задержки, какие-то препятствия, потери по башне, все это вам для чего-то нужно было, для какого-то вашего роста, развития. Поэтому, ну, задайте себе вопрос, что вам этот период дал, как вы поменялись за счет вот этих сложностей, что вы, может быть, осознали и поняли, от чего избавились, или пока поняли, ну, от чего надо избавиться. Ну, собственно, вот такие у вас события, да, грядут. И дальше, посмотрите, у вас пентаклевый шанс, прям туз пентакли идет, это удачная череда событий, это прям какая-то очень прекрасная возможность, да, ресурсная. Для кого-то проиграется, что прям сумма денег какая-то придет, да, видите, в руки сам пентакль идет. И вот вы тут сидите уже и держите. Такая дама пентаклей, довольная, расслабленная при этом, но контролирующая. Пентаклик свой вы держите. Все ресурсы, все у вас. И вот к вам идет прям что-то. Ну, кто-то ожидал, да, возможно, этот шанс. И главное, не упустите. Ну, вы не упустите, вы держитесь. Для кого-то это проиграется, как, возможно, работа новая такая денежная, да, или, ну, какая-то возможность вот по приходу денег даже что-то, может быть, вложить куда-то. Ну, в общем, такой период. Дальше, что еще? Что еще идет в вашу жизнь? Какие событий? На пороге каких событий вы стоите? Ну, прекрасно, посмотрите. Вы будете ощущать себя триумфатором, победителем. Что-то вы, вот то, чего вы так долго ожидали, и то, к чему вы шли, то, что вас вдохновляло по звезде, да, то, что вот путеводная ваша нить такая, которая вас направляла, которая даже вот в сложный период, да, предыдущий, который сейчас у вас еще есть, и вот на пороге, что он заканчивается, звезда вас прям наполняла, вдохновляла, она светила вам, и вы понимали, что несмотря на то, что сейчас сложный период, что какие-то препятствия, как-то все не ладится, и физически даже, может быть, не очень хорошо себя ощущали, но вот эта путеводная нить, вот эта звезда, она вас согревала, она вам светила, подсвечивала дорогу, и благодаря этому вы действительно дошли, вы станете триумфатором, вы станете победителем, вы прям скажете, ну я крутая, ну я молодец, я добилась этого, или я там получила это. И при этом, видите, такое состояние будет полета, состояние легкости, состояние радости, что да, все получилось, да, я смогла,
И даже где-то, может быть, знаете, ощущение, что надо же, как легко. Я даже не ожидала, что так легко получится вот, ну, то, о чем вы мечтали, и то, к чему придете. Хорошо. Что еще? Еще каких событий? Какие события у вас на пороге? И чего вам ожидать? Ну, одно лучше другого. А с кем-то вы в паре будете, да, с кем-то в тандеме. А, возможно, для кого-то проиграется, что будете балансировать, знаете, выбор какой-то будет у вас, и вам надо будет как-то вот определиться, да, ну, прям определиться, такой, знаете, прям ювелирный баланс, выбрать и то, ну, золотую середину, скорее всего, вы захотите, да, вы не сможете отказаться ни от одного, от другого, и будете так вот прям ювелирно балансировать между одним и вторым. Для кого-то это проиграет прям союз, да, пара с кем-то, такие вот наполненные прям отношения, или какой дорогой пойти будете тоже выбирать. Но выбор вы очень быстро сделаете, прям моментально, и быстро пойдете вот туда, куда, собственно, вы сделали выбор. И при этом у вас будет шанс, такой шанс озарения. Для кого-то это страсть, прям загоритесь чем-то, каким-то делом, каким-то проектом. А для кого-то это отношения такие страстные прям в паре, да, что прям, ух, гореть будете друг от друга, желать друг от друга. У кого-то это проиграться может вот по восьмерке жезлов, что к вам любимый прям очень быстро приедет моментально, а за кем-то он просто наблюдает, но наблюдает, знаете, в соцсетях может подсматривать, и так тоже очень, знаете, быстро-быстро он так пролистывает, смотрит ваш там аккаунт, например, или что вы постите, вот сама карта выпрыгнула, обнуление. Смотрите, был тут мир, да, цикл закончился, и вы входите в новый цикл по шуту, нулевой аркан, идете в абсолютно что-то новое. Вот с легкостью, с полетом, вот на этой энергии драйва, на этой энергии жезловой такой прям страсти, огня, вы загоритесь чем-то новым, и полностью отдадитесь этой идее или этому проекту, или этому вообще движению куда-то, вот по легкости, видите, с волшебным кристаллом будете, из такой мандалы прекрасной, над обрывом, и обрыв вас не пугает абсолютно, да, вы знаете, что высшие силы вас поддерживают, что вас, ваш путь, он ясный, ну, точнее, даже не совсем ясный, а он, знаете, вот идете и идете. И куда придете? Нет пока ясности, к чему придете, да, просто обрыв. Но есть понимание, что именно туда и надо идти, и куда-то дорога приведет. Куда пока не знаю, но во что-то новое и классное по обнулению. Хорошо. Состояние такое, знаете, какой-то задержки, может быть, что-то не будет получаться, да, сначала будете ощущать. То есть у вас происходит обнуление, доверие пространству, и потом в какой-то момент, может быть, что-то не быстро получится, да, такая задержка какая-то. Но позвольте себе побыть в этом состоянии, это нормально после начала нового цикла, да, после обнуления. Побудьте, ситуация, знаете, ситуация еще не созрела, ситуация надо созреть, поэтому если будет такое желание остановиться, что что-то вот не идет и не идет, ну и пусть так будет, потому что сразу после, вот как только вы проживете вот это состояние, все начнет очень быстро двигаться, кому-то прям мужчина придет, да, рыцарь прискачет, очень-очень-очень быстро. А кто-то, может быть, из вас сам уйдет из вот этого состояния по рыцарю мечей, прям очень быстро завершит вот эту вот ситуацию. И дальше, ой, посмотрите, вы входите в иерофанта, верховный жрец. Для кого-то это, ну точно, для кого-то это может проиграться, что вам сделают предложение, или у вас прям реально будет свадьба, венчание, потому что посмотрите, к чему потом придете.
десятка кубков – это вот с любимым сидеть на цветной радуге, свесив ножки, кайфовать, наполнены все ваши 10 чаш. Вы просто наслаждаетесь друг другом, у вас полный дом, полная семья, гармония. Вот тут и детки прыгают, да, и вы прям смотрите на них, радуетесь. И по легкости, знаете, будет какое-то такое вот состояние, что вы прям порхаете между небом и землей, ваши вот... Попажу кубков, сердце наполнено, романтика, и кубки ваши наполнены, и придет вот все это к такому прекрасному союзу, да, замечательному. Вот. Ну что ж, хорошо, хорошо. А давайте мы посмотрим. А вот мужчина, который тут выходит, какая у него энергия, в какой энергии этот мужчина? В какой энергии? У него перевернутые арканы, он не рыцарь кубков, но мы тут уже видели, да, что, конечно, он уже не рыцарь, у вас уже серьезные отношения, то есть он не по легкости придет, он придет с какими-то серьезными намерениями, но, знаете, возможно, это для вас будет какой-то дар свыше, то есть кто-то, знаете, может даже подумать, что как это так? Вот за что им такое, как-то это несправедливо. А карта говорит, а для вас, да, для вас это вот как раз и заслужено. Ну, не надо завидовать, не надо судить о других по себе. Вот, и мужчина ваш сейчас, он, знаете, он не совсем такой вот в романтичном состоянии, нет. У него какие-то другие, видите, тут кубки, то есть не совсем он мечтательный, не совсем он расслабленный, не совсем он романтичный, какие-то у него мысли немного другие. Хорошо, а скажите, какой он масти выйдет? Скажите мне, какой масти выйдет? Королева Пентаклей. Но он не будет королевой Пентаклей. Видите, перевернутая она вышла. То есть он не в женской энергии, он четко в мужской энергии будет. Хорошо, мы поняли. Не Пентакли, не кубки. А, ну так он вообще солнце. Вы посмотрите. Он идет как солнце для вас, чтобы вашу жизнь осветить, обогреть, наполнить ее. Но будет у него эго, знаете, по солнцу еще такое, возможно, эгоцентричный, или мужчина, который и себя любит, может заниматься самолюбованием, но в хорошем плане, то есть это не что-то такое, знаете, по дьяволу, какая-то прям такая соблазн, что-то такое дьявольское. Нет, по солнышку, вот он придет в вашу жизнь, осветит все, согреет, и все будет очень гармонично, радостно. Но немного, да, он такой будет себя любить. Но вам это не будет мешать, видите, на радуге сидеть и наслаждаться, и кайфовать всей этой энергией, даже с учетом, что он вот солнечный такой мужчина. Ну что ж, прекрасный расклад, просто замечательный. Пусть все, что прозвучало сейчас здесь, пусть все это сбудется, пусть все позитивные, добрые ноты этого расклада проиграются в вашей жизни. Именно это стоит у вас на пороге, прям вот-вот-вот, в ближайшие дни, часы, да. И давайте посмотрим рекомендацию для вас на метафорических ассоциативных картах. Как вам, что вам нужно сделать или наоборот не сделать, чтобы вот максимально классно и замечательно проигралась эта ситуация, которую нам карты показали. Ну, посмотрите, что вам нужно сделать. Вам просто надо ждать, пока приплывет ваш прекрасный принц, да, просто стоять, ждать и встречать его. И при этом кайфовать, быть расслабленной. Вот тут веточку, видите, кто это тут прекрасный какой-то, не знаю, бегемотик или кто-то держит, или собачка. В общем, просто радоваться от жизни и даже не то, что верить, а знать, что вот уже плывет ваш кораблик, вот уже к вам плывет ваше счастье, оно просто вплывает. А вы радуйтесь, наслаждайтесь. И кайфуйте от этой жизни. Буду благодарна вам за лайки, комментарии.
подписывайтесь на мой канал. Под этим видео вся информация обо мне, также информация о моем телеграм-канале, где я тоже даю очень много интересной информации, о себе говорю, разбираю расклады. Ну и до следующих моих видео. Люблю вас, мира всем!